Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, это временный видос на моем канале, который посвящен одному событию, и плюс ко всему я еще хочу рассказать быстренько новости. Короче, пацаны, прямо сейчас можете заглядывать в описание, опять же, для тех, кто не знал, я создал новый канал, на котором теперь будет выходить автоконтент, если вы еще не подписаны на него, то ссылочка в описании, Булкин Драйв, и там сегодня вышел новый видос про мою новую тачку, маленький спойлер. Это тачка для дрифта. Ну, короче, можете прямо сейчас переходить, потому что видос уже опубликован. Просто, ну, ребят, вы сами понимаете, что за там один, за два, за три видоса, которые я выпускал до этого и говорил о том, что у меня появился новый канал, все равно, как бы, многие еще не в курсе, поэтому вот временный видос, как я уже сказал, сегодня вечером его удалю, либо завтра. И, друзья, еще вдобавок хотел бы сказать, помимо того, что вот, как бы, да, новый видосик в описании, ссылка на канал новый, еще сегодня стрим, примерно в 5 часов вечера, вот уже начнем, поэтому всех жду, всех буду рад видеть, будем играть в Евротрак Симулятор. Так что, ребят, вот такие вот новости, опять же говорю, видос временный, просто вот, ну, проинформировать, ну, мало ли кто-то не увидел, не узнал, чтобы узнали и увидели, соответственно. Все, ребят, всех жду на стриме и всех жду на втором канале Булкин Драйв. До новых встреч!